Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Хочу представить вам потрясающую виллу с потрясающим видом на всю Аланию. Глазами крепость Алании видна вот так, как вы сейчас видите. Южная сторона. Видно все вот это Средиземное море. Вот. Это гора. Вся. Трехэтажная вилла со своей личной территорией, личным бассейном. Огромная терраса. Редкая вилла. Заранее говорю. Теплый пол по всей квартире. Центральная обогревательная система. Ну, в вилле. Столько квартир снимаю, в основном я про квартиры автоматически говорю. У меня есть большой портфель вилл, но я редко снимаю виллы. Работаю по запросу. С нижнего этажа все прекрасно видно, просто мешает пальма где-то, но тоже красиво смотрится. Глазами видно вот с этой стороны марина, где вот здесь вот яхт, кто знает, корабли портуются. Черепица. Интернет тоже есть, как видите, спутник установлен. Квадратные метры. Вот территория где-то 600 квадратных, 700 квадратных метров вся. Вилла, наверное, 250, 230 минимум полезная площадь. Здесь большая спальня с своим санузлом, где-то 20 квадратных метров это спальня, полезная площадь. Смотрите, лежите здесь и видите, море видно. Вот море. Глазами видно вот так, да, лежите, вот так видно отсюда. LG телевизор. Продается полностью, как вы видите. Лично вещи хозяин заберет. Подходит под ВНЖ. Класс. Джакузи. Также здесь лежите, видно море. Крепость Алании. Отдельно душевая кабинка двойная, еще сверху система у нас душевой. Ну, здесь можно проветривать. Здесь также кондиционер установлен. Выход кондиционера. Я знаю. Тоже размечтались. Мечты сбываются. Спустимся на нижний этаж. Здесь спальный шкаф, покажу все детали. Видите, теплый пол, фирма Daikin. Спускаюсь вниз. Так, здесь входная зона. Также вон так устроен шкафчик. Детально хочу показать все, что тут есть. Ролик будет подлиннее. Просьба досмотреть до конца, написать комментарий, ну, поставить желательно лайк, если несложно вам руку там нажать. И написать какой-нибудь комментарий. Тоже в душевой кабинке есть вытяжка. Есть еще нижний этаж. Еще вторая спальня, кажется, да, вторая. Вилла 4 плюс 2, шестикомнатная. Телевизор Philips. Еще один санузел. Вы заметили, это у каждой спальни есть отдельный санузел.
теплый пол. Есть отдельная комната, где есть бильярдный стол. Ну, здесь где-то 12 квадратных метров полезной площади. Бытовая техника БК, холодильник, хотпоинт Ariston духовка, хотпоинт Ariston плита. Вот будет Ariston посудомоечка у нас. Так, что там еще могу вам такое? Так. Ага. Это все заберут. Ё-моё. Надеюсь, папа ролик не смотрит. А него тоже был такой, надо забрать это. 5 литров. Но я не употребляю водку. Так. Куда зайдем? Ну, давайте отсюда посмотрим. Вот отсюда потрясающий вид. Красота. Ну, сами оцените, лишних слов не хочу говорить. У меня все коротко и ясно. Вот система открывается в таком плане. Угу. Продолжение балкончика. Вход с той стороны, и с лесенки надо спуститься. Камера наблюдения онлайн. Вот собственный бассейн, лежаки. Классно сделали вот это окно, окошко. Супер, да? Остеклили полностью. Глазами все видно вот так, как вы сейчас видите. Не могу весь кадр показать вам. Расстояние, ну, до моря, скажем, где-то 4-5 километров. Это не совсем высоко, над где Айлавалания ниже у нас. Продолжение балкона в этой стороне. Камера. Свой садик, виноградное дерево посажено. Надо. Кто что желает, может посадить. Есть территория вроде. Вилле где-то 15 лет. Огромный телевизор LG. Спускаюсь я вниз. Спускаюсь вниз на нижний этаж. Так, здесь у нас санузел снизу. Еще один. Санузлы посчитайте сами. Кажется, 3 или 4 было. Под лестенькой у нас конища. Маленькая кладовка. Нужные вещи поставите. И здесь еще одна спальня. Барбекю. Фирма Weber. Отдельно еще кухонька в этой стороне. Теплые полы здесь также. Так, бильярдный стол вроде хотят забрать, но можно как-то договориться. Есть сауна.
прачечная. Класс. Так. Сауна. Любит, любит, видно, наслаждаться жизнью. Что хочешь, можешь здесь посадить. Бассейн есть. Ну. Оценку сами дайте, напишите в комментарии, что вам понравилась ли эта вилла. И правда ли мечта каждого. Потрясающий воздух. Восхитительно. Все, вот. Что еще нужно для счастья? Вот глазами все видно так. Итак, дорогие зрители, цена этой виллы, пауза, потому что сейчас звук пошел, 740 тысяч 400 евро. Да, цена, я думаю, что нормальная, потому что раньше здесь цена была выше этой стоимости. На данный момент только земля, как мне объяснили, только земля стоит этой цены. Вилла как бы в подарок. Так что действуйте, не теряйте время. Ну там, может быть, через месяц позвоните, может быть, через час позвоните, может быть, через неделю. Есть еще несколько других вариантов, побюджетнее, даже выше есть, 1,5 миллиона евро. 2 миллиона евро. Есть универсальные виллы в моем портфеле. Цену можем согласовать, познакомлюсь с хозяевами. Работаю напрямую. А также беру минимальную комиссию на этом рынке. Интересует квартира под ВНЖ? Тоже есть хорошие варианты под ВНЖ по самым бюджетным вариантам на сегодняшний день. Работаю по запросу. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район ТП. Всем чао-чао, бай-бай.